Всем привет! Всем привет! Мы с Матвеем хотим показать наши котлейки, как они цветут. 30 декабря 2018 года я показывала вот эту вот. Вот она. И вот эту котлейку, как они цветут. Вы представляете, они до сих пор цветут. Получается, сегодня уже 15 января. Больше, ну, примерно 3 недели цветут, даже чуть-чуть больше. И зацвела наша красотка вот эта. И из-за этого мы хотим вам показать. Значит, получается, вот эта красотка цветет. У нее было 10 бутонов, но, как я уже говорила ранее, 4 бутончика засохло. Осталось 6. Вот так она цветет, ароматная, вкусная, очень-очень красивая. Вот такой большой кустик у нас вырос за 2,5 года. Вот она. Очень-очень красивая. Всем советую, если встретите такой сорт. Я не знаю ее название, потому что покупала в Оби по уценке за 350 рублей. Вот такая. Постоянно цветет с каждого нового роста. Получается, она с двух псевдобульб цветет. На одной псевдобульбе тоже было 5 бутончиков, но вот именно вот здесь они засохли. А вот на этой псевдобульбе все 5 и расцвело. Подержишь чуть-чуть? Подержу. Они то это ты я? Ну да, это один и тот же вид. А котли. Вот чем купи я? Почему купила? Так они же все разные, цветут по-разному. Да? Ну что, ты не видишь, здесь фиолетовое, здесь желтое с зеленым. А там? А, я попутал. А вот это вот, получается, вот так цветет, чуть-чуть отличается от этой. Здесь 3 бутончика. Тут. И, держи, сыночка. И вот здесь вот, вот этот бутончик. Там черненькая тетя. Где черненькая? Вот здесь? Да. Листочки? Ну, бывает такое. А вот здесь бутончик так и не вылез. Ну, не хватило сил, потому что сейчас, как ни крути, какие бы ни были лампы, солнышка нет. И сил не хватило. И вот он бутончик. Цветочек уже. Он уже раскрылся. Всего 3 получается на ней. Они немножечко отличаются, как я говорила в предыдущем видео. Вот они, красотки. Так, я не... Вот эту подержи вот так, сына. Нет, вот так подержи. Я знаю, тяжелый горшочек. Просто хочу камеру сфокусировать. Вот. Умница. Ох, не могу. Тяжелый. Так, тяжелый, да. Вот они как отличаются. Ну, уже даже по цвету стали похожи. До этого они отличались сильно. Вот этот был больше фиолетовый, а вот этот был больше такой свекольный цвет. Подержи, пожалуйста. Какой? Вот этот. Опять. Вот этих красоток подержи. Ты прям цветешь и пахнешь, сына. Красоте сидишь. Да. Они на самом деле очень ароматные, когда дневной свет, днем они очень-очень сильно пахнут, очень вкусно. Вот такие. Здесь тоже достаточно псевдобульб наросло. Хороший кустик. Это Ванечки Орхина котлейка. Вот здесь растет новая псевдобульбочка. Тоже, я надеюсь, зацветет. Думаю, что зацветет, потому что, как ни крути, уже скоро весна. Я знаю, что середина января, но цветочком бы, знаете, дотянуть до февраля, до середины февраля, а потом все будет здорово.
И вот эту свою красотку хочу показать. Я ее постоянно показываю. Ой. Смотрите, какие корни у нее наросли. Есть растущие кончики. Конечно, вот эти воздушные корни неудобно. Очень часто у них механические повреждения туда-сюда горшочек при поливе. Ну, сейчас я как бы упростила свой полив со своей волшебной лейкой, но как бы все равно бывает, крутишь, поворачиваешь, и корешки такие повреждаются. Но вроде бы все хорошо. Вот такие жирные корни. В горшке тоже полно корней на самом деле. Вот здесь растет, вот он, новый рост. Она у меня умничка. Она у меня летом, получается, засушила цветочки. Ну как, не все, не помню уже. Кажется, должно было быть 6 или 7 цветочков. Оставила только 3 цветочка, бутоны засушила. А в этот раз, вот как бы, как ни крути, да, вроде бы зима, мало света, но все, не знаю, как показать, он на самом деле огромный тяжелый горшок. Вот у нее огромный такой длинный. Сейчас. Опа. Держу, Саночка. У нее. Так, сейчас. Смотрите, у нее длинный цветонос. Летом он еще был длиннее. И вот раз, два, три. И вот здесь 4. 4 бутончика было, и все 4 бутончика превратились в цветочки. Вот такая умничка, красавица. Всем советую этот сорт тоже, потому что всегда цветет. Независимо, там есть котлейки у меня, которых надо сушить. Допустим, когда идет новый рост. Это нет, ей все равно. Дай попить, дай покушать, и я буду цвести и буду тебя радовать цветением. Не знаю, как вам показать. Уже корешки, слышу, ломаются. Вот такая красотка. У нее на самом деле вот эти вот лепесточки, они зеленые. Такие салатово-зеленые. Они не желтые. А губа получается фарфорово-белая. Очень-очень красивая. Не знаю, как показать эту красоту, передать. Она очень ароматная. Она, знаете, после 12 дня до позднего вечера очень-очень сильно пахнет. Ароматная, и аромат очень приятный. Сегодня Матюша мимо бежала окна и говорит: «Мама, что так вкусно пахнет?» Я сначала не поняла, а подхожу, а это котлея пахнет. Вот такая. Вот вся ее красота. 4 бутончика. У нее цветочки не сильно большие, но и не маленькие далеко. А такие средние для котлеи. Есть котлеи с огромными цветами. А у нее средние цветочки. Но очень красивые, очень эффектные. Всем советую. Вот такой у нас куст вырос. Вот он. Еще растет. Так, ну что, слышала, корни трещали. Ну да, вот надломала. Неудобно снимать. Я вот, знаете, если кому интересно посмотреть мои цветущие цветочки, которые на данный момент цветут, я постоянно выкладываю их цветение в Инстаграм. Ссылочку на свою страничку в Инстаграме я оставлю под этим видео. И кому интересно, можете зайти посмотреть. Там много у меня цветущих. Почему не показываю видео? Потому что вот действительно вот так вот взяла, да? Вот видите, корешок надломала. Но ничего страшного, но все равно неприятно. Как бы корешок все равно будет расти, но травмирован теперь. Вот такие толстые-толстые белые корни. Ну, красота, честное слово. Красивые корешки, Матюш? Да. Мне тоже очень нравится. Сыночка, а чего ты смеешься?
снимать. Он смеется, знаете, мы взяли котенка из подвала дикого, и он там лежит. Кошечка очень красивая, но вредитель еще тот. И вот он, она вылезла, и он рад. Ну, вернемся к моей котле, и видите, корни повредила, вот достала. Хочется как лучше, получается как всегда. Вот здесь ее название. Ну, вот такая красотка. Вот так у нас у нее огромная-огромная псевдобульба вот эта. И с каждым ростом все больше и больше. Хватит следить за кошкой. Ну, уже боится сыночка. Вот такая красотка. И вот это вот. И да, все они красотки. Обожаю котлеи. Вот такая. Ну, вот примерно так они выглядят. Не знаю, как лучше показать. Вот так. Всем пока. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.